Приветствую вас, господа, с вами снова Рима. Сегодня у нас очередная серия Кенши. Да, у нас был такой небольшой перерыв. И мы продолжаем прокачивать своего Бипа. Бип теперь у нас главный герой. Насколько я понял, потому что Бип, Куип, все дела, тому подобное и так далее. Все просят, где же продолжение. Вот оно, кстати, ребята. Место, где, в общем, это возле нашей базы. Да, база у нас Нур-Султан, кто не знает. Мы сейчас потихонечку прокачиваемся. То есть на нас нападают разные интересные персонажи. Вот там кто-то есть. Кто такие вообще? Ну-ка, сейчас посмотрим. Не видно. Ну, давайте тогда туда. А дело в том, что они очень медленно передвигаются, потому что я сделал в настройках, чтобы, типа, вся гоп-компания наша двигалась одинаково. Кто-то с перегрузом, естественно, кто-то без перегруза. Вот здесь перегруз 40%. Здесь 92%. Кстати, мы Хью прокачивали в свое время. Хью у нас прокачала себе силу 29, 18%. Давайте мы, наверное, ей дадим это дело. Сейчас я Бипу прикажу, чтобы он отпустил этого бомжа. Ой, что-то бомж вообще. И скажем Хью, чтобы она подняла его. Тем самым, пока она будет идти, мы будем ее прокачивать. Кстати, прокачка идет 50%. Это очень хорошо. И она потихонечку увеличивает свою массу, можно сказать. Да, подожди, а где все? А, вот эти ребята сюда побежали. Минуточку. Кстати, мы можем также на животных разных нападать. То есть вот так вот, хопа. Прекрасно. Донат, донат, помните его? Наш бычара, он очень жесткий. Тоже увеличивает свои XP, ну, прокачку. А, ну, у него нет брони. То есть он быстро его могут завалить, поэтому он у нас как дамагер. Помните, раньше был Тимириус? Так вот, теперь... донат у нас вместо Тимириуса. И игра потихонечку, можно сказать, она, я вам скажу, прям хорошо обновляется, скажем, разом. Давайте делайте. Делайте, делайте, делайте. Ага, хорошо. Прекрасно. Все друг друга лечат. Все друг друга автоматически кормят. Да, кстати, по поводу корма. У нашего Бипа есть корм. Здесь у нас сырое мясо. Ну-ка, подожди, здесь что у нас получается? А, пустой рюкзак. Понятно. А вот здесь есть хлеб. А если хлеб находится в рюкзаке одного из наших членов, то, естественно, другие ребятюли начинают его кушать автоматически. И все. Ладно, будем искать сейчас новых целей. Будем потихонечку прокачиваться. И посмотрим, может быть, что-то интересное найдем. Мы, может быть, знаете, куда пойдем? В сторону руин. Вот эти руины я не исследовал. Наша задача их найти. Кстати, это что за люди такие? А, беглые слуги. Оп-оп-оп-оп-оп. А, эти ребята нас вроде бы не должны трогать. Шеки. Шеки, вроде бы они с нами нормально, но иногда они нас атакуют просто, штурмуют нашу базу. Там бандитский набег, прибывает Нур-Султан. Спокойно. Нашу базу сейчас атакуют. Без Бипа будет сложно. Так. Наша дама желает хорошей добычи, и мы ей... ее принесем. Здесь у нас закрыто. Там у нас закрыто. Лист, мелкий слуга и урон. Я думаю, их обстреляют. Ну, давайте посмотрим, что они тут будут говорить-то. Мы ей, говорит, принесем. Ну, давай. Давай, давай, попробуйте. Надеюсь, в этой вонючей дыре добра достатки. Походу, они с нами не хотят общаться, поэтому начинаем стрелять, ребята. Одного застрелили. Не знаю, успеем, не успеем. Второго стреляем тоже. Так, они уже сломали первые ворота. Вторые врата у нас, походу, закрыты. Это будет жестко. Плохиш, плохиш. Давай, братан, давай, давай, стреляй, стреляй. Ты нам нужен. Хорошо, хорошо, прекрасно. У нас база, конечно, не такая уж защищена. Возможно, мы даже и каточку эту не затащим. Ребята, сейчас посмотрим. Нам, по всей видимости, нужен донат. И вся наша гоп-компания. Они тупят, смотрите, как они тупят. Но многих мы положили. Сейчас они добегут до наших. Куда-то они бегут. Куда они все побежали? А, рука уже начинает... вшатываться с кем-то. Отлично, прекрасно. Так, кто-то к нам здесь залез тоже. Превосходно. Нарушает закон. Гинь.
Гень. Ниндзя черного дракона. Так, остальные здесь у нас. Нам надо будет пушки поставить нормально. Кстати, ну мы отбились. Я вам скажу. Я фейка, кстати, вкачиваю. Они почему-то все бегут именно грабить сразу же, да? Сейчас мы их раскидаем всех. Хорош. Ниндзя черного дракона. Прекрасно. Давай, Молли, Молли, руками, руками работай. А что он? А, у нее одна рука. А, она одна рука, ёптать. Нам надо конечности им купить. Я вообще забыл про это дело. Римасенок, поросенок. Так, кто-то у нас лег спать. Это кто такой вообще? А, это у нас военачальник, он жесткий. Ну, давайте, давайте, прокачивайтесь, прокачивайтесь. Мию работает тоже. Отлично. Нам надо как-то их подогнать вот сюда. А, справились. Прекрасно. Этого добиваем тоже. Еще один. Гений. Ниндзя черного дракона. Понимаете, здесь прокачка идет все через боль. Мы получаем люлей первый раз, второй раз получаем, в третий раз уже нас сложнее убить. Чем больнее по нам бьют, тем, конечно, мы становимся сильнее. Только вот военачальника, походу, окончился поражением. Все, мы защитили. Мы защитили свой город. Осталась мелочь. Кстати, у них, у всех, да, спасти, найти и спасти, инженер, все такое и тому подобное. Кстати, вот здесь вот турели, они не натупят. Так, фэк. Здесь лист стоит на шухере. Урон тоже. Основа, мастер, рука. У них, я надеюсь, у всех... О, здесь даже есть гашиш у них. Все, они начинают друг друга лечить. Автоматически вытаскивать. И сейчас, скорее всего, еще будут... Так, вот это, наверное, дверь откроет. Открыто оставим. Здесь дверь сломана. Сейчас они, скорее всего, будут автоматически ремонтировать. Потому что у них есть инженер, но это по последовательности получается в конце. То есть приоритет. Вот эти кан, шман. Вот у них увечья. Надо им, конечно же, конечности купить. Я вне серии накопился всего лишь 22 тысячи. Так, наши уже почти дошли. Я думаю, нет смысла идти вот сюда. Мы, наверное, пойдем в те руины. То есть развалины святой шахты. Посмотрим, что там. Потом дальше будет у нас еще и руины. Поэтому погнали в ту сторону. Ну, я думаю, сейчас лучше сначала сдать. Ух ты, ёптать. Кто там, кто там? Хорош, хорош. Молодцы. Мясо, 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 мясо забираем. Донату мясо. Оп, оп. Кожу, мясо, все такое. Стой, не трогай, эй. Кто-то там что-то говорит. Куда они побежали? Они побежали базу защищать, походу, да? Месть каменного голема прибывает к нам в Нур-Султан, ребята. Блин, что-то атака за атакой. Надо возвращаться обратно. Поехали. Так, это кто такой? Каменный голем, военачальник. Королевство шейков. Я не знаю, в чем проблема. Почему мы так вот с ними у нас плохие отношения. Мы еще... Ну, давайте Орона отправим. Подожди. Месть каменного голема. Я так легко не умру. Давайте пообщаемся. Может быть, мы посмотрим... А... Общение, короче, не идет у нас. Урон, не хочешь пообщаться с ними? Нет, не хочет. Короче, они нас сейчас раскидают. Или нет? Или нет, они что-то уходят обратно. Очень странно. Ну-ка посмотрим, что они хотят вообще. Так, вот карта. Фракция. Грядущие события королевства шейков не из-за черного дракона. Но не из-за черного дракона мы их раскидали. Что-то она пришла, пообщалась и ушла. Лиз, давай, иди отремонтируй. Лист. Идите, ремонтируйте, делайте.
Хью. Так, бип здесь. Не знаю, в чем проблема. Почему они нас не любят, ненавидят. Пять несокрушимых. Королевство шеков. Я не знаю, ребята. Мы, короче, дальше идем качаться. Если они даже наших раскидают, раскидают. Ничего страшного. Возможно, нам придется просто сбросить отношения. И все, и будет все хорошо. Может быть, из-за того, что мы производим гашиш. Из-за этого они как-то к нам скептически относятся. Относятся, вернее. Вот это вот большая проблема. Ладно, давайте святые шахты дойдем. Бип. Бип. Бип-хуип. Тупит что-то бип. Сила у нас уже 32%. 32 уровня. И уже 33 уровень будет скоро. Видите, как прокачка очень хорошечно происходит. Так, что вы? Как вы хотите пойти? Я не понял. А, вот здесь вот есть. Шахты или как называются эти шняги? Да, святые шахты. Мы сейчас до туда дойдем. И посмотрим, что по... кто там есть вообще. Сделаем небольшой рейд. Рейд. Римасенок, поросенок. Вот, ребят, смотрите. Святые шахты. Тут уже кто-то есть. Возможно... сейчас будет драка очередная. Бип-хуип. Нам надо его прокачать нормально. Вот мне еще хочется еще параллельно найти. Вернее, начать прохождение. Так, ну что? Давайте. Шатываем. Атаковать всех. Поехали. Пошла мазута. Вот, бип молодец, отбивается. Вот, тот. Ну а нахер! Хорош. Прекрасно, положили одного. Второго положили, ребята. Смотрите, сейчас третьего еще положим. Бип вообще мочит хорошечно прям. По бипу еще никто ни разу не попал. Слушайте, он какого уровня? Сила 66, крепость 83, катаны 47. Бип. Бип. Бип-хуип. Так, ну, может быть, сможем кого-нибудь освободить? Если вообще здесь кто-то есть в этих шахтах. Арх, черт тебя подери, говорит. Все, поехали. Так, мы их раскидали. Одному ногу. А, руку порвали, короче. Второму грудак сорвали. Третий вообще умирает. Нормально такой урон у нас, я вам скажу. Но это донат. Донат жесткий у нас. Очень жесткий. Ускоряем время. По нам никто не стреляет, надеюсь. Давайте в первое здание выйдем. Шатаем. Поднялась тревога. Хорош, тут вообще толпа целая вылезла. Смотрите, ребята. Давайте, давайте, давайте. Донат, донат, живи, братан, живи. Ох, нифига, это кто такой? Старший надзиратель. Доната шатнули. Бип один остался. Ой, его сейчас раскидают. Что-то я не думал, что здесь... столько пацанов там много. Бипа сейчас раскидают. Но ничего, ребята, все через, как говорится, через боль. Возможно, нас возьмут в рабство. Не знаю, но я не хочу бросать своих ребят. Мы можем, в принципе, их отогнать подальше. Еще одна тревога поднялась. Главное, чтобы доната никто не сожрал. Мясо с него не забрал. Если мясо с него заберут, то разделают его. Естественно, он помрет. Ну, бип, я вам скажу так. Крепость качает. Атаку, защиту. Экипировка, конечно, у него не такая уж хорошая. Но пойдет. Хорош! А так он держится, смотрите. Конечно, пропускает некоторые удары. Но в основном... еще одна тревога. Нихера тут их толпа. Иди твою налево. Там, кстати, заключенные только что убежали. Все, бип двоих уже положил. Так, без сознания у нас донат. Сейчас донат проснется. Давай, донат, братан. А, его уже опять положили. Главное, чтобы он не умирал. У бипа уже нога. Он скоро без ноги останется. Ой, донат, смотрите, смотрите. Шатает. Еще раз. На нахер, бипа положили. Все. И у нас автоматическое автосохранение. Этот в голову получил. Часовой.
награда за его голову 1500. Так, меня, походу, кто-то окучивает, да? Нет? Нормально. Вот сейчас я буду перед ними вставать каждый раз, пока они там лечат друг друга. Так, Хью. Хью проснулась. Мортес проснулась тоже. Как раз мы им качаем крепость. Блин, это жестко, конечно. Что-то мы, походу, слишком рано сюда забежали. Бип притворился мертвым. Бип, вставай. Бип восстает. Давай, давай, бей, 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 бип. Блин, он пока встанет, и он уже 3 удара пропустил, ребята. Опять лег. Крепость у него уже 83%. 83 уровня. Вот этих вот надо спасать. Нам нужно больше людей, ребята. Бип восстанет. Так, нас уже забирают в рабство. Первых. Хорошо, ладно. Бипу, мне кажется... А, у него нет этого. Нам надо всех, короче, вот так вот взять. Ботинки пока снять. Потому что они могут у нас ботинки забрать, ребята. Это очень плохо. Так, вот это тоже забираем. Нас забирают в рабство. Это просто невероятно. Блин, донату бы, конечно, дать возможность, чтобы он сбежал. А, у нас еще оружие забирают, да? Да, оружие забирают. Так, у этого нет оружия. Вот здесь 2 оружия. 3 даже. Разложим. Что теперь? Уже рабство, ребята. Бип у нас уже без ног практически, поэтому будет плохо. Но он катку не затащит. Ему надо тренироваться и тренироваться. По ходу дела мы возвращаемся к началу, ребята. У нас получается рабство. Рабство, да. Нас забирают в рабство. Сейчас нас вылечат. И будем... Блин, опять донаты положили. Персонажа Мортес забирают в рабство. Вообще, здесь у нас где-то должен быть... Вот. Латные сапоги. Доспех самурая. Бипа забрали в рабство. Сейчас его лечат. И придется нам, походу, сбежать. Ну и доната, походу, я вам скажу, что его положат скоро. Сейчас мы попытаемся его спасти. Все-таки он не может убежать. Хотя у него ноги нормальные. Вот, правда, левая лапа у него покоцана. Крепость 38. Сила 31. Конечно, было бы... Вот, Хью уже посадили. И переодели. Забрали весь шмот. Теперь ты служишь святой нации. Теперь надо как-то сделать, чтобы Бип свалил. Бип уже работает. Он уже... Его уже заставили работать, ребята. Самое главное, чтобы у него шмот не шмот забрали некоторые. Он, кстати, здесь где-то валяется. Да, вот доспех самурая. Ну, донат, давай просыпайся. Вот так вот. Всех забрали в рабство. Теперь нам надо как-то... Так, вот часовой, которого мы с собой таскали, он здесь уже. Теперь нам надо как-то... А, комода поправки, хорошо. Нам надо доната спасать. Это очень важно. Нам надо выбрать самого быстрого и матерого. Так, атлетика 87. Мию, давай, иди сюда. Поднять. Главное, чтобы доната не сожрали, ребята. Главное, вот так вот. Так, она идет? Она идет. Отлично. Ну что, будем спасать пацанов. Ничего, ничего, ребят. Вот это вот все, я говорю, страдать надо. Больше побоев, больше вот этих всех дел. Святые земли, говорит. Так, все, 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 все. Поднимай. Поднимай доната и уходим. Хорошо. Прекрасно, как мы доната подняли. Ребята, просто невероятно. Не, все-таки они нас догоняют. А мы поведем в Нур-Султан. В Нур-Султан, ребята, нам надо. Давай сюда. Давай вот сюда. Попадает по ней. Конечно же. Блин. Она все-таки не так быстро бегает, я вам скажу. Хотя атлетика у нее 87%. В чем проблема? А, перегруз 35%. Вот оно что, Михалыч.
Ну, понятное дело, донат тяжелый. Ну, добежит, я надеюсь. Надеюсь, добежит. Придется теперь спасать своих пацанов. Так, вот это закрываем. Так, отпускаю его здесь. Все, лечите доната. Все, потом придете и будете спасать Бипа. Бипа-хуипа. Все, донат валяется там. Мью продолжает работать. Печь. Кул. Мортис. Хью. И Бип у нас работает. Ты, Бип, сам себя лечи. Главное. Так, через Shift медик сделаем. Покорный раб. Пусть пока работает. Лечится. А потом, после того, как он вылечится, дорогие друзья, мы, естественно, будем... Так, подожди, у нас где-то здесь еще... Не могу поднять. Почему не можешь поднять? Вот это выкини. Сейчас можешь поднять. Давай. Опа. Так, вот это тоже латные сапоги забери. Все, пока пусть работает. Потом с него снимем кандалы. И будет все чики-брики. Да, да. Вот так вот. Сейчас мы, как говорится, подхилимся. И посмотрим, что из этого получится. Чей раб, святая нация? Опять нас в рабство забрали. Биппа забрали в рабство. Римас играть не умеет. Римас. И тюречек из-под стола что-то там куковал. Эх, мастера не хватает. Твою мать. Это просто жестко, ребята. Кол в норме. Этот в норме, этот у нас... Комода поправки. Скорее всего, скоро... А, вот, уже все. Он уже этот. Нам надо будет потом план побега придумывать уже, наверное, в следующей серии, чтобы освободить наших чуваков всех. Ну, сначала, конечно же, пусть они немного выздоровеют. Донат у нас в коме. Но самое главное, что он у нас находится в нашей базе. И главное, что голодные бандиты его не сожрали. Потому что бывало у меня такое, что живку нашу убивали именно голодные бандиты. Лис, ну-ка посмотри, что здесь вкусного. О, самураи всякие, шняги. Вот это. Ну, конечно, не так вот вкусно, но вкусно, пойдет. Ну-ка, Лис, вот это вот забери тоже. Это вот без штанов осталь. Так, а шапка? Во! Превосходно! Деревянные сандалии. В принципе, пойдет. Ну, пусть будет вот здесь. А, рубаху вот сюда, наверное, да? Эту рубаху более-менее получше. Крест паладина можно, в принципе, выкинуть. Нахер он не нужен. Мы вот так вот. Оружие номер два, оружие номер один. Вот. Я чувствую, что в Бипу... Кстати, Бипу уже раздели. Вот. Шаурму забираем, это забираем. Его просто подошли и раздели, ребята. Это очень плохо. Очень плохо. Это можно выкинуть. Что-то не хватает. А, оружие. Оружие где? Латные сапоги. Внимание, у нас это движется. Воздаяние Господне. Чё? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блин. Слушайте, мне кажется, нам надо, блин, как-то это... Видите, это мой первый опыт. Прохождение, конечно, очень долгое в этом Кенши. Но мне кажется, нам надо с нуля начать какую-то историю. Потому что мы рано начали строить базу, рано что-то это. Надо что-то как-то конкретно одного вкачивать. Конкретно прям одного. И дорожить им, да? У нас был мастер, он всех раскидывал. Это было так хорошо, ребята. Ну, тоже. Тоже нехорошо, что мы его потеряли. Но я не стал перезагружать игру. Воздаяние Господне, говорит, к нам приходит. Либо мы сможем сбросить просто... Ну, это тоже нереалистично. Воздаяние Господне. Это уже святая нация. Там жесткие ребятюли идут к нам. У нас половина чуваков без рук, без ног. Правда, донат. Нормально так. Уже хорошо себя чувствует. Так, двери закрыты, дверь закрыта. Так, вот это тоже закрываем. Нам надо несколько врат сделать. И исследовать, кстати, большие здания, большие перегородки. Ой-ой-ой-ой, здесь тоже разбито. Нифига себе. А почему вы не ремонтируете? Я чуть не понял. Лист, иди сюда. А, никак не получится, да? Ладно, стой здесь. Рука. Ну-ка, подойди сюда. Нам надо сейчас по строительству посмотреть. Интерьер, лагерь, оборона.
турель, провизор, ремесло, свет, стены. Что-то мы, походу, со стенами тут пролетаем. А, есть пристройки. А почему? Почему здесь как-то сломано? Да, ребята, здесь как-то сломано. Ну, я думаю, они не пройдут здесь, да? Или пройдут? Может быть, вокруг сделаем? Сейчас посмотрим. Возможно, нам придется вот стены. Так, пандус не будем трогать. Вот эти стены. Вот здесь одну стену поставить, да? Нет, 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 еще раз. Слишком близко к другой постройке. Не получится. Ладно, разберемся в следующей серии. Играть в хорошие игры. Всем пока. До скорых встреч. Будем в следующей серии уже отбиваться от новой волны атаки. Что-то мне не нравится все это дело. В общем, пишите свои впечатления, свои рекомендации. До скорых встреч. Всем удачи.